Привет, народ. Вот решил записать вам видео по дотке. Ой-ой-ой, да иди в баню, друг. Ну чё начинается-то? Замучу сразу вот этих вот людей. Тут сумасшедшие какие-то. Вон, видите, что творится. Дазл собирается идти в МИД. Ну, как бы я не удивляюсь. Выходные. Пошлый лоху, типа, ник. Ребят, а, блин, ну, судя по фейсу, да, действительно лох какой-то. Да, если на фотографию посмотреть. Решил возобновить такую рубрику. Так, изменения. Перезарядка изменилась с 22 на ту-ту-ту-ту. Перезарядка будет меньше, получается. Нормально, чё. Решил опять записывать доту. Ну и начну, наверное, с саппортов. Сейчас мы играем на четверке. Частичная поддержка. Запишу вам Баратрума. Один из моих любимых саппортов. Боюсь ставить музыку. Уже 2 или 3 видео было у меня с музыкой. Но как бы... На меня постоянно жалуются за нарушение авторских прав. Мне пришлось очень хорошее видео либо удалять, либо срезать звуковую дорожку. Ну, сами понимаете, вообще как-то ни к селу, ни к городу. Так что вот так. Будем пока без музыки, так сказать. Записывать. Вот это вот прикольная насмешечка у меня есть она. Такой у нас баратрумчик. Надо вот эту вот маску себе прикупить. А, вот. Какая хорошая вещь. Я ее куплю себе потом. Покажу вам. 11 рублей всего стоит. Шмоточка. Царь играет на лайфстиллере. Ну, это... Ну, получше, чем пошлый лох, конечно. Никнейм. Надеюсь, вам зайдет. Думаю, что вам зайдет. Ну, а там посмотрим. Некоторые качают сразу чардж себе на первом уровне. Я не играю через чардж. Я буду пытаться накидывать по башке. Как бы немного зонить. Ну и соберу первым артефактом урну, я думаю. Очень хороший артефакт на баратрума. Мне очень нравится. Как бы мы можем и... Как скажешь. Так, а кто у нас пошел в лес? Кто-то сказал, я в лес. Это будет, конечно, пипец, если я... Так, легкая у нас гуля, а сложная... У нас легионка. Да уж, да уж. Я буду, наверное, стоять один, получается, на лайне. Ну, в принципе, попробуем тогда собраться полноценного керри. Постараемся, хотя, блин, там и троллямба, и луна, и все, что только не есть. Все там. Еще и паджик. Это вообще просто... Забейте, да? Ну ладно, посмотрим, что получится у нас. Блин, ну я тогда неправильно закупился, получается. Если он ушел в лес, мне бы нужен топорик тогда. Добивать крипчиков. Ой-ой-ой, тут жаба сразу вылезла. Будем ставить пока на опыте тогда, чё. Что-то я не пойму, что творит легионка вообще. Герои дальнего боя максимально неудобно будет стоять. Хотя бы так на огрызках чего-нибудь. Опа. Чуть-чуть хотя бы так. Цмык. Украли. Украли. Разумеется. Украли. И бежать, бежать.
Луна тоже добивает, да? Да ё-моё, ну что ж тебе надо-то от меня? Ну отстань, пожалуйста. Я в этом мире. Да, я чувствую, с такой легой мы сильно не наиграем здесь. Ну постараемся, по крайней мере. Че ж сделаешь-то? ФБ делает Гуля. Это радует меня, Гуля. Как бы основной тут керри, да? Лучшая защита. Нападение. Да, вот это вот топор я не купил. Ну ладно, как-нибудь сейчас будем обходиться без как этого. Скажешь. Постараемся. Мне не хватает немножечко тямы добивать. Я как бы не собирался в керри-то переобуваться. А тут на тебе. А тут на тебе, да? Да ё-моё, ну что ты, бабка? Ну тормози, ну ё-моё. Ну чё ты начинаешь-то? Нормально же общались. Гроза всех миров. Разумеется. Да, считай, Луна стоит на фрифарме, конечно. Верно. Мне тяжело добивать. Да. Они меня зонят постоянно. Дело сделано. Я неправильно закупился. Я их чую. Ну, почти. Ну ничего. Сделано. Легкая пробежка. И впрямь. Все дороги ведут в бой. Попробуем поразмениваться, может повезет. Разумеется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабулес. Ты притормози немножко. Сломаю тебя. Уноси ноги. Может тут вылетит, о? Вылетело. О. Так, ну и сделаем вид, что нам страшно, как бы. И вот это, наверное, будет у нас Луна. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Как оно, да? Сейчас мы отойдем и попробуем снова вот так. Держи. Блин, надеюсь, получится. Ай-яй-яй-яй-яй, да как же она? Жестко, ну ладно. Так, есть это. Берем фласочку вот так. И-и-и, ну, на башмачок не хватит, ладно. Ну, а, нет, в принципе, можно еще это взять. Так вот, так вот. Разумеется. Вернись, пожалуйста. Так, рунки. Смотри. Блин, бабка лазит здесь, твою за ногу. Сейчас законтролит руны. Нет, не успела. Мне повезло. Мне повезло, да? Хотя хрен его знает. Так, есть урна. Будет сапог тогда сейчас. Так, крипчики. Накидали мне, да, сразу. Полную задницу огурцов. Навтыкали, так сказать, да? А ну-ну. О, не, ну что ты будешь делать? Так, здесь чё? Блин, можем, в принципе, сделать вот так, да? Регенерация. Ну чё, ребята, ну я же захожу, ну, блин,
Вашу ж мать-то! Ай-яй-яй-яй-яй, да как же это так, твою за ногу? Силы света укрепили да. Вашу верхнюю башню. Я, конечно, не ожидал, но... Что поделаешь? На меня напали! Марафон, на меня напали, все дела. Верно. Вашу верхнюю башню атакуют. Ладно. Как-то не очень удачно получилось. Тиммейты меня недопоняли немного, да? Скажем так. Хотел я помочь, так сказать. Меня не остановить. Сделать им килл. Можно было зайти всем троем. Можно было, но... Сделаю. Как-то не сложилось, да? Вперед. Это будет у нас вот Меч этот умирает. Артефакт. Тоже очень хороший. Нам агрезист. Я в этом мире. Сумме, да, скажем так. Да. Мне бы хотя бы один заряд урны. И было бы вообще шоколадно. Я бы сейчас, делаю. Думаю, забрал бы луну. Да. По жопе вот так вот ей накинем. По жопе ей накинем. Так, чё здесь? Не сейчас. Уж нет. Я в ярости. Вот так вот мы сделали, да? Чётенько. Забрали тролляку, помогли. Как скажешь. Нашему сикеру. Разумеется. Даже не потеряв ульту при этом. Ну, блин. Дружище, ты, блин, этот. Смотри мне тут. Не балуйся особо. Все дороги ведут в бой. Не надо здесь ходить вот так вот. Пальцы веером гнуть. Могу я обидеться? Воп она. Да как так-то? Бабка, блин. Забрала, блин. Вашу центральную башню атакуют. Угу. Есть. Будет тапочек. У нас... Блин, не успею. Ладно, не успел немножечко. Вашу центральную башню атакую. Верно. Это рейтинговая игра, ребята. Я думал, будет Баратрум четверка, но... У меня и высокий рейтинг. Вы начнете опять спрашивать, а какое звание, какой рейтинг... Ах ты, мать твою, за ногу. Да. Вот это было, конечно, да. О, разозлил я ребят, да, получается. Пришли поохотиться на Баратрума. Блин, там в меду сикер вообще не... О, да твою ж там мать. У меня закуп лучше, чем у мидера, получается. Ну ладно, что поделаешь. У нас бегает Лего, да? Так мы сделаем. Чик. Ох, ни хрена ж себе они. Под вышку со мной забрались. Собрались, точнее, идти за мной под вышку. Блин, добьет вышку. Луна, вперед. Ты зря так со мной, да? Нормально, что вроде все было.
Луна поверила в себя, и все, вот тут началось. Ай-яй-яй-яй-яй, да как же, мать твою, так-то? Да что опять тут? Блин, какой-то конченый сикер. Он просто... К радиусу обзора ночью, конечно же, мы берем. К радиусу обзора ночью. Готов тапок. Берем сразу же мы обраточку себе. Блэдмейл, да? Здесь такие замечательные герои, как Луна, которых можно как бы этим артефактом... Да, блин, в принципе, она картонная сейчас. И крипы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Паджик, паджик, паджик. Не-не-не-не-не, ребята. Нельзя баловаться. Блин, добьют, 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 твари. Не отдадим башенку. Так, что, попытка номер два. Луна, да? Есть у нас все возможности забрать. Ай-я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 й. Да, помощи вообще никакой. Мидер. Шлепок майонезный. Лесник. Шлепок майонезный. Ну, здесь соответственно, в общем, да. Ну, Гуля еще как-то. Получается, Барос Харды сильнее всех. Здесь тасуются три героя постоянно, мне не дают дышать. У них тролль ушел в лес. И мы хапнем потом горя. Я думаю, да? За это, ну что поделаешь. Нам надо будет как-то переживать атаку тролля. Атаку тролля нам надо будет как-то переживать, да? Угу. Ребята, мать вашу. Я в шоке просто. Ну, я не знаю, как с этими людьми можно во что-то играть. Это какой-то бред творится просто. О! Какой из них настоящий-то, ё-моё? Как скажешь. Жесть какая-то. Ладно. Семеры одинаковы. Там есть Луна, там кого только нет. Да какого хрена ты творишь вообще, твою за ногу? Ой, дебила, кусок, ну... Ну что это вообще делается-то? Блин, я в шоке просто. Просто в шоке. С этих ублюдков, если честно. Ну это, блин... Нелюди, я считаю. Просто-напросто. На саппортах нелюди. Он лезет куда-то в лес, там что-то пытается троллю доказать. Леоном, твою мать, Леоном пытается доказать что-то троллю. Там нет крипов, сейчас она их под ультой заберет нахрен. Ну да, конченого сикера. Ни о чемного. Просто в минус она его вгоняет и все. Вашу центральную башню атакуют. Силы света. Да, это будет... Тупой фарм. Просто-напросто. Ваша центральная башня разрушена. Че будет? Не, там ноль реакции. Я зря бегу куда-то. Нахрен оно надо. Я не пойду. Пускай сами там как-нибудь.
Жесть, просто жесть. Ну, что мне еще сказать? Я не знаю. Мы можем, могли точнее выиграть эту игру. Но вот, судя по игре своих тиммейтов, я понимаю, что нет. Что этого у нас не получится. Это у нас несбыточная мечта, да? Башня противника разрушена. Сломлен. Свежее мясо. Вперед. Killing spree. Dominating, I guess. More than two kills, but less than four kills. Жесть. Жесть, да? Ну ладно. Уйдем сюда. Минус 5, ни хрена ж себе. Да хотя, может, еще и не все потеряно, да? Ну посмотрим. Сейчас мы загрейдим урну. Загрейдим урну, да? Опа-на, это что? Что это? Тролль охотится на Леона у нас, да? Да, оно того не стоило, конечно. Леон. Добивающий тролля пальцем, когда я уже кинул ульт. Это, конечно, нонсенс. Ну ладно, что поделаешь. Может, он считает, что так будет круче. Пускай, пускай. Ладно. Да, на что этот человек надеется, я вообще не понимаю, если честно. В чем смысл его такой уверенности? Ой-о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 й. Да, зря, зря, зря. Хотя Луна почти убилась об меня. Ну ладно. Мы отдали 2 килла. Я хотел помочь своему керри, как бы, да, мидеру, сикеру. Ну, он конченый. Ну, что еще сказать? Он просто конченый. 1-4 он идет с мида. Вот так вот. Радует Гуля, блин, просто шикарный типочек. Он идет у нас со счетом 4-1, мидер 1-4. У него топовый, можно сказать, нетворс. По уровню я одинаковый с ним, в принципе. Ну а так, я не знаю. Так, ну 40 к урону, наверное, или 12 здоровья. Нет, 40 к урону все-таки. Мы возьмем, да? Пойдем поставим вардики, мы все-таки тоже четверка, как-никак Леону одному трудно. Так, нет места. Вот тут нет места, да? Вот он будет такой, вард 1. Там искать никто не станет, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не, ребята. Не надо. Не надо так делать. Золотые возможности. Сбил с ног.
Гули, 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 помочь. Гули, надо помочь. Твою мать, куда он делся? Тваря. Ой-ой-ой, троллямбус. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Ой-ой-ой и ай-ай-ай, да? Так, ладно. Забираем. Так, урна. Есть. Загрейдили. Угу. Бабка у нас пострадала, да? Разумеется. Бабку мы хлопнули. Обидели бабулис. Попался. Так, ну что, дальше погнали мы. Что это будут за артефакты? Я думаю, может быть, сделать себе армлет и тарасочку и быть прям вот по 4000 здоровья, как вы думаете? Было бы, мне кажется, прям вот шоколадненько, да? Плюс скорость атаки накинется. О, тут можно подраться, да? Вот тварь, а да чё же он творит-то? Ой-ой-ой-ой. У него аджор идет, аджор идет, аджор. Свежее мясо. Ё-моё, ну это просто, просто эпично было, вы видели? Это момент прям вот, ну, эпик, реально эпик. Гуля красава просто. Что сказать еще? Троллямбус. Вот и урночка пригодилась, ребята. Скинули на тролля урну, да? И вроде бы как-то у нее там есть в эффектах. Ой-ой-ой-ой. Вали нахрен оттуда. Нет, 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 надо. Надо отсюда. Как-нибудь свалить, в общем. Да, прям эпичненько получилось. Я аж кайфанул, ё-моё, я вам честно говорю. Это было близко к оргазму. Твою за ногу. Так, 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 так. Так, 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 так. Угу. Угу, Бара тоже говорит. Угу. Центральная башня противника разрушена. Ой-ой-ой-ой, здесь идет драка, драка. Гуля опять один. Да твою ж за ногу, ё-моё. Ну как так-то, Гуля? Все время у меня в одну каску дерется. О, этот шлепок майонезный, да? Сюда пришел. Блин, он ультанул. Ну ладно, что поделаешь. Ой-ой-ой. Вот оно. Вот оно. Вы видели, что творится вообще просто?
Просто жопа. Так, урону от чардж. Да, в принципе, это будет прям великолепно. Это будет великолепно. И да, мне нравится прям мысль о Тарасочке с армлетом. Будет прям великолепно, мне кажется. Разумеется. Тарасочка. Ой-ой-ой, ничего себе тут. Паджик расхукался, да? Не-не-не-не-не-не, друзья. Оно того не стоит. Я прям вот думаю так, что... Ну его нахрен. Так, эти гоблины выскочили за мной. Ай-яй-яй-яй-яй, у меня мало маны. Здесь драка, драка, драка. Блин, зажаль. Нет, я зря туда несусь, мне кажется, да? Ну, блин. Ё-моё, это чё вообще? Просто задница какая-то. Куда ни поглянь, везде задница. Ё-моё, эпичненько. Блин, мне даже, по-моему, я не успею купить все артефакты, которые запланировал. Гуля у нас однозначно зарабатывает лайкос. Опа, ну давай, давай. Есть, есть, есть. Вот такая игра у нас, ребята, получилась. По-моему, это будет сейчас завершение, да? Завершение каточки. Такой вот у нас баратрум с харды. Такой у нас получился баратрум с харды. Добиваем базу. Итоговая статистика, и будем заканчивать. Да, это было просто шедеврально. Мне аж понравилось, я же говорю. В принципе, я бы и на четверке, думаю, неплохо бы отыграл. Так, хорошая работа в команде. Поставим вот так. Однозначно, Гуля, лайк. Хорошо отыграл, пацан. Блин, ну... Не сказал бы, что Леон хорошо отыграл, но вот эти стилы пальцем, ладно уж, что поделаешь. Леончику поставим. Ну, вот эти вот двое не заслуживают, я думаю, лайков. Итак, что у нас вышло? 12 тысяч суммарно, в принципе, недалеко ушел от керри. Урона нанесенного 20 тысяч. Представьте, 20 тысяч нанесенного урона героям. Причем топ-1 у нас был Гуля по нетворсу, да? А топ-1 по урону в команде это я. По стройкам, ну, так себе, да, скажем так. Ну что, ребята, подписывайтесь на канал. Всего вам самого-самого наилучшего. Спасибо большое, что заходите и... До новых встреч!